Приветствую всех зрителей. В премиумный магазин и в арсенал недавно завезли новый прем. Это французский линкор 9 уровня Жанбар. И в сегодняшнем видео посмотрим, на что этот кораблик способен и, собственно, стоит ли его покупать. Как обычно, предлагаю начать, конечно же, с рассмотрения ТТХ данного корабля. Итак, по боеспособности у нас 69 тысяч очей, бронирование максимальное у нас достигает всего лишь 330 миллиметров и есть ПТЗ в 30%. По вооружению здесь классические для французов 4 орудийные башни, их 2 штуки, расположены они в носу и имеют калибр 380 миллиметров. Время перезарядки 23 секунды, это при условии, если вы установили досылатель. 24,5 километров максимальная дальность стрельбы, 5400 максимальный урон с фугасов, 36% вероятность поджога и 11900 максимальный урон с бронебойных снарядов. Присутствует на корабле достаточно много орудий противоминного калибра и представлены они 100 и 152 миллиметровыми орудиями. Также есть у нас в довесок хорошее ПВО, оно представлено только лишь средней и дальней ауры, причем эти ауры почти одинаковые по своей дальности, и максимальный, точнее стоковый урон у нас составляет 600 единиц, что, конечно же, очень хороший показатель для линкора, и даже если ничего вы не делаете с этим ПВО, то оно способно уже сбивать вражеские самолеты достаточно таки уверенно. По скоростным характеристикам, это француз, линкор достаточно таки быстрый, 30 узлов, есть, конечно же, фирменный французский форсаж, который еще увеличивает на 8% нашу максимальную скорость. Радиус циркуляции 850 метров и 12,8 секунд у нас перекладка руля, конечно же, с установленным модулем. При полной маскировке, если мы кораблик затачиваем в маскировочку, то 12,3 у нас километра за свет с кораблей и 11 километров с самолетов. Если кто смотрел мой первый стрим по данному кораблю, то, наверное, все помнят, что кораблик с первого раза мне, мягко говоря, не зашел. Я даже ни в одном бою за весь стрим не смог взять планку урона в 100к. Почему это случилось? Да, собственно, потому что я на данном корабле пытался именно играть в классический линкорный геймплей. Как бы я, например, играл на Мусасе, на Миссури, на той же самой Республике. То есть я шел вперед, пытался танковать, в том числе, покуда кораблик у меня заточен в ПМК, то пытался как-то сближаться и подключать ПМК, как я это делаю на Республике, для того, чтобы увеличивать свой урон. Но результат был всегда один и тот же, и в принципе вполне закономерный. Я отправлялся достаточно быстро на дно. Поэтому, наверное, как и следует понять с этого стрима и вообще с геймплея данного корабля, с его ТТХ, что куда-то щемиться вперед и играть прям в классический линкорный геймплей, как это можно делать на других премиумных и непремиумных девятках, на данном корабле не стоит. Почему? Да потому что наш Жанбар — это, по сути говоря, тот же самый Ришелье, который притянули на 9 уровень. У нас осталось то же самое бронирование, мы точно так же хорошо горим, очень круто впитываем урон и от бронебойка, особенно в борт, от фугасов, они просто отрывают нам целыми кучами наше ХП, да, и если вообще говорить про наше ХП, то у нас практически самый худший показатель на уровне среди линкоров. Единственное, кто хуже нас, это британский Леон, но у него есть хоть хилка, которая позволяет много чего отхилить. Наша хилка такими возможностями не обладает. И даже пресловутый Кронштадт, недолинкор советский, имеет большее количество ХП, чем наш Жанбар. Это о чем тогда говорит. Так что какой-то агрессивный врывной геймплей на данном линкоре, он просто-напросто не предусматривается его конструкция. Единственное место, которое мы достаточно хорошо танкуем, это как раз вот так вот, выставив нос на противника, развернув в его сторону две наши башни главного калибра. И, собственно, как и Ришелье на 8 уровне француз, так и Жанбар, именно два данных линкора предполагают именно такой геймплей.
Он не врывной, это либо игра от дистанции, потому что орудие у нас достаточно имеет большую дальность стрельбы, либо именно такой позиционный, когда вы на карте, зная какие-то хорошие позиции, становитесь на эту позицию носом к противнику, закрываете себя от фокуса большого количества кораблей и, собственно, пытаетесь работать там по одной, по двум целям. Самое главное на этом корабле не попадать под фокус, потому что это сразу же прямой билет в порт. Поэтому геймплей на нем, скажем, достаточно такой специфический. Конечно, на данном корабле можно врываться, но врываться можно только на одного, ну максимум, если еще есть второй противник. Причем желательно, чтобы этот противник также был спереди от вас, не наваливал при этом вам в борт, потому что даже ББшки от крейсеров, в общем-то, наш не самый бронированный кораблик может достаточно хорошо кушать. Один на один он может противостоять практически любым вражеским кораблям, тут вопросов нет, но против большего количества надо играть максимально осторожно и сейвово. Что касается того, во что данный кораблик можно заточить. И как я уже сказал, корабль он у меня заточен в ПМК, потому что орудий ПМК здесь действительно много, 100-миллиметровых в два раза больше, чем на Ришелье. И, конечно же, я его, помянуя, как достаточно хорошо ПМК помогает на Республике, тоже сделал в ПМК-шный билд. Но могу сказать, что, по крайней мере, в моих руках, может быть, я что-то неправильно делаю, но этот билд потерпел полное фиаско, потому что у нас типичный геймплей — это танковка носом, а наше орудие ПМК, как и, собственно, у Ришелье, находятся на корме корабля. И для того, чтобы их задействовать, нам надо, ну, как минимум, подставить к противнику борт, а как максимум вообще играть на отступлении. Поэтому, если мы пытаемся вытанковывать противника носом, то наша ПМК оказывается просто абсолютно бесполезная. Да и калибр почти... Все ПМК у нас состоит из 100-миллиметровых орудий, без инерционного взрывателя, даже эсминцы мы не пробиваем. Ну, или пробиваем там только в какие-то части, в надстройки, обшивку и так далее. Многих кораблей наши фугасы вообще не берут, и надеемся мы только на поджог. Поэтому, по крайней мере, у меня никакого урона с этого ПМК не получилось. По-моему, максимально там что-то 7 или 10 тысяч в лучшем случае выходило урона с противоминного калибра. Поэтому я считаю, что ПМК билд здесь абсолютно не оправдан. Может, когда-то там раз в год он действительно может зарешать, но именно так, как на той же Республике, это ПМК практически в каждом бою используется, здесь на Жанбаре такого, скорее всего, не выйдет. Да и вообще ближний бой, сближение с противником нам на данном линкоре противопоказано. А вот как раз то же самое ПВО, которое у нас и так хорошее, я считаю, что есть смысл немножко улучшить, взять тоже ручное управление огнем ПВО, базовая, усиленная огневая подготовка. В общем, тут все перки на ПВО на данный линкор заходят. И как раз-то ПВО, хотя у нас авики тоже не в каждом бою, но мне кажется, вероятность того, что ПВО вам пригодится, намного больше, чем вероятность того, что вы воспользуетесь своим ПМК. Ну и, конечно же, также стоит не забывать про живучесть корабля. Взять какие-то перки хотя бы на противопожарную подготовку на данном линкоре тоже обязательно, потому что ХП у нас на вес золота, и чем меньше мы горим, тем больше у нас сохраняется ХП, и есть больше шансов, конечно же, накидать по противнику. Ну и также следует сказать, что на данном корабле, на французском, есть такой расходник, как ускоренная перезарядка орудий главного калибра. Помните про этот замечательный расходник, он ускоряет скорость перезарядки ваших орудий в два раза, и получается, что у вас перезарядка на целых два залпа получается целых 10 секунд, что, конечно, учитывая калибр нашего линкора, очень даже хороший показатель. Когда надо пользоваться этой перезарядкой, например, линкор или крейсер начинает циркулировать и ставит вам борт. Делаете залп, и еще два залпа у вас вместе с этим расходником получается с интервалом в 10 секунд. Для большинства крейсеров это гарантированный билет в порт, да, и линкорам
тоже вы можете очень даже хорошо раздать. Поэтому именно вот в таких ситуациях наш расходничек, когда вы или врываетесь, или вдруг уже смотрите мало хп и надо как можно больше перед гибелью набить дамажки. В общем, не забывайте про этот расходничек. Если вы правильно и к месту его использовали, то он очень даже хорошо вам помогает. В том числе, кстати, и работать по эсминцам. Если где-то недалеко засветился эсминец, опять же, у вас есть несколько залпов для того, чтобы его неприятно удивить. К тому же, сейчас ББшки еще наносят нормальный урон по эсминцам, и поэтому даже можно забрать эсминчик при помощи только лишь главного калибра за короткое время. Если, в общем, на основании всего вышесказанного подвести итоги по данному кораблю, то принимать решение о покупке данного корабля следует, конечно, желательно опираясь на опыт игры на Ришелье. То есть, если вы играли на Ришелье, этот кораблик вам зашел, то я думаю, что и Жанбар тоже вас порадует, потому что, по сути говоря, это тот же самый Ришелье. Но единственное, что вы не будете попадать в бои к шестеркам, как это бывает с Ришелье. Тут ваш удел, скорее всего, девятки и десятки, но, тем не менее, он способен накидывать и нормальный урон, он нормально фармит, если вы, конечно, этот урон набиваете. Кстати, в минус даже там с 20 тысячами дамажки и без прем-аккаунта я не ушел, то есть кораблик в любом случае у вас всегда по кредитам останется в плюс. В общем, это такой же премиумный линкор, как Миссури или Мусаси, но только со своим, скажем так, своеобразным геймплеем. И можно сказать, что он более скиллозависимый, более требовательным к рукам, к выбору правильной позиции, как на том же Мусаси, там, жить под фокусом, танковать и так далее, на Жанбаре не получится. Поэтому, исходя из всего вышесказанного, и принимайте решение, стоит ли вам брать Жанбар с таким специфическим геймплеем, или, возможно, остановить свой выбор все-таки на каком-то другом корабле из арсенала или премиумного магазина.